Однозначно. Подача, удар, перекладина и гол! Вот это момент! Как здорово пробил головой! И кто же это? Это второй номер. Гонсало Родригес. Шестой гол в нынешнем сезоне. Гонсало Родригес. Роскошный удар головой. И потрясающий, потрясающий мяч. В итоге мы с вами увидели на 20-й минуте. Классный момент. И получается, что я не ошибся, назвав атаку Фиорентины голевой, потому что все это время она как раз и продолжалась. Ну, как чувствовал. Подача очень хорошая. И верх проигран, ну, просто бессовестно, потому что вот это подключение получилось в итоге у защитника классическим. Он вбегал в штрафную площадь, в то место, где не было ни одного игрока. Ну, потому что вот это подключение получилось в итоге у защитника классическим. Он вбегал в штрафную площадь, в то место, где не было ни одного игрока. Ну и поражение в этом самом воздухе записывает на свой счет Томас Эрто, который долгое время бежал с Гонсало Родригесом и так и не удержал аргентинца. Желька Удинеза в атаке. Не дает нам возможность поговорить, не дают они нам возможности. Ой-ой-ой! Не дают даже возможности вкатиться в этот момент, потому что совершенно дурацкий гол пропускает Нето. На одной и той же минуте футболисты Удинеза забивают два гола, вышедший к воротам, даже не вышедший к воротам, вышедший к подступам к штрафной площади. Луис Мурель бьет и забивает. И надо уж такому... Ой! Не дают даже возможности вкатиться в этот момент, потому что совершенно дурацкий гол пропускает Нето. На одной и той же минуте футболисты Удинеза забивают два гола, вышедший к воротам, даже не вышедший к воротам, вышедший к подступам к штрафной площади. Луис Мурель бьет и забивает. И надо ж такому случиться, доселе надежный Нету пропускает. Смотрите, ну метров 25 было до ворота, он пробил, и как неловко принял мяч бразильский голкипер. Только я собирался заговорить о чем-то пространном, как тут же на этом слове ловит меня Луис Мурель.